Доброе утречко, дорогие мои все. Сегодня у нас 2 декабря уже, второй день Нового года. Я с утра кашку варю манную. Палыч захотел манной кашки с утречка. Вот развариваю кашку с утра. Надо в магазин сегодня сходить, супчик бы сварить. То у нас вот сколько... 31-го, сегодня уже 2-е супчику не варили, потому что, ну, еды полно, полно еды. Но уже хочется просто горяченького похлебать. За капустой скажу, наверное, щечек наварю. Бульон-то сварен, у меня вчера курицу отваривала. Прогуляюсь, наверное, погода вроде сегодня ничего такая. Погодка. Вот, закипела кашка, да? Буквально мы ее кипятим. 2-3 минутки. Не более того. Вот, она вот у меня уже кипит эти 2-3 минутки. И выключаем ее, выключаем. Все. Ну вот, кладем маслице. Ой, из морозилки резать не могу. Ой. Что ли? Вас перед вас резала. Боже мой. Ну вот, кладем маслице, кашку. И пускай она стоит. Я не перемешиваю, просто положила. Она стоит, закрываем ее, и минут 20 она должна просто постоять, отдохнуть, набухнуть, в общем, дойти до готовности. Ну вот, кашка постояла, маслица растаялась у ней. Перемешаем все. Теперь нужно накладывать кашку. Ребята, чай такой вкусный купила перед Новым годом в магните Нури «Магия бергамота». По скидке он у них был. Я забыла что-то, около 60 рублей или 69, или как-то... Или около 60, в общем, а скидка там какая-то большая, 47% или как-то 49%. В общем, такой чай в пакетиках. Очень вкусный. Пожалела, что купила одну коробочку. Такой, ну, магия бергамота, да, вот. В пакетиках. С Палычем завтракать, себе сделала чаек с лимончиком, с медиком. Вот. А он не знаю, что будет пить. Он вроде пил чай. Не знаю, что захочет, да потом налью. В общем, всем, кто завтракает, дорогие мои, всем приятного аппетита. Посмотрим, что у нас творится на улочке. Температура сегодня 12 градусов мороза. Относительно тихо, ветра нет. Нет, есть ветерок небольшой, шевелятся деревья. Ну так около дела. Надо сходить будет в магазин. За капустой пойду. Я календарь хочу купить, календаря нету. Прям мне не хватает календаря на стенке. Пойду, наверное, прогуляюсь сегодня, скажу. Ой, холодно, закроем. Сварить. Собралась за капустой уже идти. А Палыч что-то меня сподвиг на рассольник. Я говорю, давай рассольнику. Я говорю, давай только перловки. Говорю, нет, надо же с перловкой варить. Но вместо перловки рису. Рису положим. Курицу расщипала. Он уже картошечку начистил. Огурчики порезал, лучок. Морковочка тушится.
Морковочка тушится. Бульончик. Готовый был бульончик, сейчас нагреется. Вот. Но в магазин-то все равно схожу. Все равно схожу. Капусту купить надо, да. Календарь надо купить. Ну, решили сварить рассольничек вообще. Огурчики пережариваю тоже вместе с морковочкой. Чтобы они попрели, чтобы они помягче были. Так же, как в солянку. Можно отдельно морковку, отдельно огурцы. Но я положила все вместе. Чтобы они попрели немножко. Они будут помягче. Огурчики свои. Вкусняцкие. Обалденные огурчики. Сегодня огурчиков. Такие вот меленькие. Вот такие вот огурчики. Вкусняшки. Вот столько изрезали. Рассольничек. Обалдеть. Вкуснятина. Неимоверная. Умыть есть можно. А? Палыч рассольчик. Фигачит. А, вкусненький. Не острый такой, не сильный, не соленый. Вкусные огурцы вообще. Прекрасный засол. Очень вкусно. Вкуснее, чем в магазине. Ой, еще бы. Ну вот, потушились огурчики. Вываливаем все в супчик. Огурчики с морковочкой выложила. Картошечка там уже была. Варится. Ну вот, пешничек варится. Сейчас булочок жарить. Булочок жарится. Выкладываем мясо. Курочку разделанную. Перчим супешник. Лучок готов. Лучок готов. Ну вот, все готово. Супчик готов. Все, выключаю. Можно обедать. Ну вот, буду супчик накладывать. Будем обедать. Пролила. Ай, как вкусно пахнет. Вкусняха. Вкусняха. Сметанки положить. Ну вот, сметаночки положу сейчас. Подержи палочку себе. Вот. Мы садимся обедать, ребята. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.